Привет. Очередные наши с вами посиделки за рулем. Сегодня поедем днем. Вот сейчас, кстати, решал с паном с Хилти кое-какие свои мутные дела. Вот. Ну и вообще возникла идея дополнить кое-какую информацию, по-моему, по поводу легальности. Ну, оно так все спонтанно это возникло, и поэтому тяжело все так сразу так вывалить, переинформировать, они потом идеи какие-то возникают или дополнения. Так по поводу легальности я там как-то вкратце так объяснил, чем она хороша эта. Ну, а вот теперь объясню по поводу или со стороны денег. Когда вот это все вот легально, все деньги через счет происходят, да, все оплаты, платежки и так далее. Открывается кредитная история, банк видит, что вы зарабатываете деньги, ходят стабильно. Вот, банк начинает вам сам предлагать разные плюшки. Так называемые, например, контокоррект. Это то, что насколько вы можете войти в минус. Потом кредитную карту, но вот с кредитной картой меня научили. Вот, контокоррект я себе сделал, пустили мне его сразу мне сделали. Вот, они мне предложили, я пошел с ними посоветовался или проконсультировался, объяснили все. Вот, и это, дали мне сразу 50 тысяч, ну, я буду говорить грубо там в долларах или в евро, чтобы вы понимали. Вот, дали мне 50 тысяч крон, это примерно там 2-300 баксами, вот, плюс-минус, вот, потом настала у меня такая ситуация, что я почти 2 года им пользовался, ну, были скрутное становище, так, использовался, вернее, пользовался им, вот, выкрутился все, то есть, ну, вы заходите в минус, приходит зарплата сразу на тот же счет, с которого вы залазите в минус, все, оно само автоматически считает, плюс вам считают какие-то проценты копеечные, которые вы там платите, вот, ну, там где-то, по-моему, я точно не помню, ребят, по-моему, 3,99 или 5,99 годовых, вот, не помню, ну, скорее всего, по-моему, 5,99, вот, выпутался все. А потом меня научили, как работать с кредитной картой. Я боялся ее, как черт ладана. Меня несколько раз в банк приглашали, я отказывался. А потом один человек мне объяснил, как оно работает. Дали вам кредитную карту. Мне изначально дали, они же смотрят от оборота вашего, вот, сколько у вас там ходит денег туда-сюда. Мне дали 20 тысяч, вот, грубо говоря, штуку баксов, да, кредитная карта. Раньше были немножко другие условия, и она была бесплатная. Плюс, в зависимости от суммы, они назывались эти карты по-разному. Вот, чем больше сумма, там, платиновая, бриллиантовая, там, простая, золотая, не помню, как они назывались, но за ваш оборот в месяц вы должны были потратить 10 тысяч минимум, и вам давали, вот, самый дешевый вариант был 250 крон в месяц, как бы бонус за то, что вы пользуетесь этими деньгами. Теперь, вот, например, 1 числа вы ее получили, проходит месяц до 1 числа, а теперь у вас 25 дней, или 22, да, 55 дней, ну, я всегда делаю 22, 52 дня, чтобы вы успели эту сумму вернуть. То есть приходит вам зарплата, вы с зарплаты перекидываете туда и гасите ее. Но с 1 числа, уже этого месяца, в котором вы погасили, уже идет как бы новый отчет. Вы уже этими деньгами пользуетесь, но вам считает новый. И так оно как бы зациклено. И получается, чтобы рассчитаться полностью с этим кредитом или с этой кредитной картой, вам нужно 2 месяца только возвращать деньги, но не брать с нее. Тогда вы с нее выйдете. А так вы просто каждый месяц пользуетесь ее деньгами, приходит зарплата, туда закидываете и все. Потом через время мне автоматом предложили поднять. Да, допустим, я не помню точно, но по-моему, 10 тысяч. Мне добавили 10 тысяч. Добавили. Вот было 30. Потом через пару месяцев я попросил, чтобы мне добавили еще 20. Мне не хватало
Вот. Я добавил, да, ну, я писал заявление, там, все это, меня не вызывали, ничего. Хоп, мне добавили. Через какой-то там, я не знаю, промежуток времени, полгода или это, мне пришло, спросили меня, если мне хотят добавить на еще 20 тысяч, мне добавили на 70. А потом, вот не буду врать, или я попросил, нет, сами предложили, и мне добавили еще 40. То есть у меня сейчас кредитная карта на 110 тысяч. Но еще хочу такой вот добавить, как его, информацию. Да, ребята, я работяга, я не какой-то бизнес-работник, не юрист, не адвокат. Я работаю руками. Все, что там придумываю, нахожу себе работу, халтуры и так далее, я работаю руками. Вот. Потом было такое время, мне нужно было, я хотел добавить до 150, но тут они уже хотели от меня, я пошел в банк, спросил, если просто напишу mail, и они этот, нет, они захотели уже от меня налоговый этот отчет, годовой налоговый отчет, что я подаю вот в налоговый, там финансовый отчет, все. Ну, а я к тому времени, когда мне ответили, все, я выкрутился, вот. Но я к чему, что, вот смотрите, кредитная карта у меня на 110 тысяч. Плюс контокоррект я могу опуститься еще в 50. То есть это 160 тысяч крон. Делим, ну, чтобы легче было считать на 20, но доллар 22, делим, грубо говоря, на 20, да? Вот получается 8 тысяч баксов. Кто мне может так вот сейчас из вас, всех, кто это слышит, видит или знает, просто так вот дать, без ничего? Никаких задатков, там, имущества, ничего я вам не пишу, не оставляю в залог, в кредит и так далее. Все, вот я могу сейчас просто залезть в минус 8 тысяч баксов в банке. Это все потому, что легально. Вот, теперь, так как у вас это все хорошо, ходит зарплата, халтуры, все официально, ходит через платежки, ходит на банк, другие разные фирмы, банк видит, что у вас ходит это все не с одного счета. То есть у вас несколько, да? Вы становитесь еще более благонадежным. И банк присылает уже вам возможность, или как сказать, предложение взять кредит. Но вот мне ходит периодически 700 тысяч. Но это они предлагают, да, вот 700 тысяч, которые без, как его, скажите, без подтверждения ваших доходов, налогов туда. Но я интересовался, вы когда напишите заявление, или вот вам когда с банк пришлет, вы, да, хочу там, или позвоните мне, они все равно потребуют вот этих вот налоговую эту вот декларацию, скажем так. Но вы как бы добропорядочный клиент или положительный клиент, вам такое предложение уже ходит. То есть у вас есть шанс его получить. У кого-то там нужна куча всяких доказывать или там много вот, да, в группах на Фейсбуке ходит, а где взять, а как туда-сюда, у кого кто дает, а тут все ходит автоматом. Вот, ну и потом, естественно, вы будете платить проценты, тут, ну, человеческие проценты, вот, если у ипотеки там в районе 2, да, то тут такие вот кредиты, лизинги, ну, лизинг 4% на автомобиль, а вот эти вот такие вот кредиты, без, как его, без указания, куда вам они нужны, просто вот вы берете кредит, деньги, там, по-моему, 5,99, но вот врать не буду. Вот, у меня один банк, Райффайзен, я там всю жизнь, вот, как у других банков, там, какие-то другие плюшки, вот. Плюс, у меня вот эта вот кредитная карта, да, вот не буду врать, или кредитная карта, или карта дебетная, вот эта обыкновенная карта, да, когда еду куда-то в путешествие, ну, естественно, по Европе, вот, когда еду, я включаю за 2 дня галочку на этой своей карте, и у меня включается страховка меня и членов моей семьи, вот, на всякие непредвиденные случаи, за, по-моему, 89 крон в месяц. Но так как я там буду всего лишь 10 дней, вот 30 крон я заплачу. Не надо вообще никакие страховки, ничего, блин. Бомба. Обычно там страховка стоит 250 крон, вы там куда-то на неделю едете, вот покупаете ее на каждого члена по 125, по 250 крон, ну там по 10 баксов или по 5. А тут вообще стоит доллар, блин.
Вот. Тоже этого не знал, но в банке мне подсказали, вот все, вот, вот такое вот. То есть вот эти вот та легальность, что дает, помимо перспектив работы, этого ПМЖ, гражданства, ну если там кто к этому стремится, это, то и вот все остальные плюшки в плане денег. Вот, стоит оно того, эта легальность, или не стоит? Ну тут опять же каждый решит для себя сам. Так что вот такое вот дополнение к легальности вот меня сегодня посетило. Ну, поделился информацией. Если для кого-то она будет полезна, даже для одного, значит, все было не зря. Потому что хорошие люди должны пользоваться хорошей и проверенной информацией. Так что буду очень рад, если кому-то эта информация была полезной. Всего доброго, ребята, и до скорых встреч. Еще маленькое дополнение, ребят, забыл. То есть, когда вы пользуетесь вот этой вот кредитной картой, вам за этот месяц, опять же, когда вы, ну, 10 тысяч используете, да, ну, вы используете 10 тысячами. Раньше это даже вот было, там, у разных карт был разный бонус, а сейчас они это все отменили, все, для всех бонус один этих 250 крон. Вот, и потом в конце этого месяца, или уже через вот этих 52 дня, у вас внизу выскакивает бонус, вот, который можно использовать. Ну, бывает там, когда прозеваешь, когда 350 крон, когда 400, они там по-разному насчитывают. Но всегда можно использовать кратное 250. Вот если будет 500, используйте 500. Если будет 350, только 250 заберет. И оно просит вас выбрать, или хотите себе вернуть на счет, или же вернуть на эту карту. Как бы сути оно не меняет, но я себе на этот скидываю на счет, на который там коплю какие-то деньги, вот, собираю, вот, и оно мне тогда уходит как бонус. И вот не буду врать, но вот, по-моему, за вот все время вот пользования этой кредитной картой я никогда с нее этот никогда не платил проценты, я всегда деньги возвращал. Вот, потому что тут процент будет больше, чем если у вас где-то лежат там на этом счету, на котором вы экономите, там все равно копейки, тут будет больше. Поэтому я оттуда дергал, возвращал. Вот, то, по-моему, что-то у меня в районе около 4000. Вот, уже мне как бы пришел, ну, вот, бонус. Оно там потом внизу пишет, сколько у вас это всего, сколько с момента, ну, за последний месяц и сколько с момента пользования картой. Вот, плюс еще, если уже даже вот, ну, вам из каких-то там соображений крутых, я не знаю, непредвиденных ситуаций, нужна это, как его, наличка, то вот с этой карты тоже можно взять наличку, но там, по-моему, процент больше. Вот точно не буду врать, потому что, ну, никогда не надо было, но предлагают они это. Плюс при помощи этой карты еще можно вот что. Вы где-то покупаете там через интернет, как-то онлайн какой-то там товар, и благодаря этой карте вы сразу можете там оформить кредит. То есть заплатить какую-то часть именно этой картой. Выбирайте просто вот оплатить сейчас там 10%, а потом остальное все это. И вот сама карта это будет делать. Может, там нужно будет наставить этот приказ, чтобы каждый день, каждый месяц уходили эти деньги. Вот эту платежку наставить. Или оно делает автоматом сделать. Вот не подскажу, потому что не пользовался никогда, все платил сразу. Так что вот еще такое дополнение, которое как бы забыл, поэтому пришлось дополнительно включиться.